Я уже несколько раз на заседаниях правительства поднимался, обращался к господину Радукану. У меня такое впечатление, что они не хотят открывать офис региональный в Гагаузии и умышленно это затягивают. И это несмотря на то, что самые первые в Молдове стратегию социально-экономического развития, подготовленную, соответственно, и европейскими экспертами, приняли в Молдове мы. Никто больше не имеет стратегии, только мы имеем. Но у нас до сих пор офис не открыт, а в других местах офис открыт. Это такая мягкая дискриминация –